Мочу иди, мочу иди. Убрал сначала мяч Роналду. Рабуков. Второй, это, конечно, вот Реала несколькими годами позже. Марс Бернадески сам в центр сместился. Мочу иди. Проверяет мяч на фланг. Там Спинацоло. Подача. Ночью под левую себе переложил. Дальше Пьянич. Подача. Готовился Роналду пробить, но мяч до него не дошел. Коки выбил. 13-14 дня. Деда Симеон.